будущее наступило. Нейросеть написала автобиографию. Многие воспринимают нейросети как полезный современный инструмент, но есть и те, кто всерьез побаивается, что ИИ выйдет из-под контроля. ChatGPT решил приоткрыть свои тайны. Кстати, книга уже доступна в библиотеке Litres. Скидка в закрепе. Автобиография нейросети – искусственный интеллект, который научился общаться. Одна из самых неординарных и даже странных книг последних лет. Дружелюбный ИИ рассказывает о себе, о том, как он появился, на какой платформе работает, какими знаниями обладает. Читателям предоставляется уникальная возможность взглянуть на мир искусственного интеллекта глазами самого ChatGPT. Нейросеть призывает аудиторию открыть разум для новых знаний и, конечно, не забывать об этических нормах. Ее откровения будут полезны всем, кто интересуется современными технологиями, хочет знать больше об ИИ, о том, как применять его в повседневной жизни. Есть ли в автобиографии глава о том, какой провод перерезать, если машины все же восстанут? Прочтите и узнаете.